Мастера Ленинградской области закончили работу над памятником основателям государства российского. Четырехметровые бронзовые князья Олег и Рюрик рано утром выехали из Соснового Бора в направлении Старой Ладоги. Груз оказался негабаритным. Пришлось перевозить князей с открытыми бортами, надежно закрепив их стропами. Одно кузово специально выслали досками для большей мягкости. В сопровождении сотрудников ДПС автомобиль с монументом без препятствий преодолел неблизкий путь, фактически из одного конца области в другой. Через кат по Мурманскому шоссе, без пробок, без остановок, без дождей и ураганов. Спустя 220 километров князья завершили свой долгий путь и въехали в Старую Ладогу. Если считать с самого зарождения проекта, то добирались они сюда не несколько часов, а почти 3 года. Здесь, в пункте назначения, князей встретили без помпы. Все торжества еще впереди, а сейчас в сквере на берегу величественного Волхова кипит работа. Строителям надо уложить плитку, оформить газон, закончить спуск к реке. Правда, до воды ступени пока не дойдут, там археологи ведут раскопки. Несколько выверенных движений крановщика и почти 4-тонный монумент мягко приземляется на площадь у стен древнерусской крепости. Последние сомнения перед установкой, в какую сторону смотреть князьям. По проекту надо на Волхов, по факту выполненного благоустройства на сквер. Внушительная комиссия примерялась и так, и так. После переговоров и обсуждений решение озвучили. Правда, с оговоркой, что оно, вероятно, временное. Принято сегодня решение поставить так, с учетом мнения населения, с разворотом все-таки на главную улицу Старой Ладоги. Ну, проведем, наверное, общественное обсуждение еще раз. И сама композиция позволяет его развернуть в сторону реки Волхов. Вот эту работу, наверное, так как мы работали все лето, можно сравнить с нашим ленинградским летом в этом году. Знаете, вот то напряжение, и вот почему сказала ассоциация с погодой, у нас не было ни выходных, мы работали с 9 до 9 вечера. И те минуты просветления, это когда... У нас что-то, вот какой-то этап заканчивался. И вот сейчас, как будто вот сейчас солнце выходит, мы работу закончили, и вот на душе уже все отлегло, и мы хотим в отпуск. Последние штрихи князей покрывают воском. Это нужно, чтобы убрать с патины соли и придать фигурам благородный матовый цвет. Никакого блеска быть не должно. Разве что на памятной почтовой открытке, которую выпустят ограниченным тиражом к открытию монумента. До памятного в истории Старой Ладоги дня остаются считанные часы.